Один из очень важных моих секретов успеха – это никогда не экономь. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Нельзя деньги раскидывать. Их нужно инвестировать в свое образование, нужно инвестировать в свой рост, нужно инвестировать в своих людей, в свою компанию, для того, чтобы ее можно было расширять, для того, чтобы можно было мотивировать своих сотрудников. Жадность рождает бедность. Инвестируй, ты получишь в 10 раз больше. Об этом все время говорит Роберт Киосаки. Не трать деньги на то, что повлечет еще большие затраты. Вкладывай их туда, откуда ты будешь получать доход. И это не всегда бывает сразу. Иногда приходится инвестировать в течение года, но через год тебе это приходит сполна, в десятки раз. Нужно уметь просчитывать и инвестировать туда, откуда ты получишь доход. Вот этот закон, чем больше отдаешь, тем больше получаешь, он распространяется не только на бизнес, он распространяется вообще на твои дела. Если ты не жадный человек, это на энергетическом уровне, это все чувствуется. У нас в Санкт-Петербурге есть клиника, которую я с удовольствием спонсирую. Я помогаю детской клинике, я помогаю детишкам, родителям, которые не имеют возможности вылечить своего ребенка, поднять. Я не жду оттуда отдачи, она просто приходит сама по себе от добрых слов, от благодарности. Когда ты получаешь такой позитив, когда аж мурашки по коже бегут, у тебя настроение другое, ты по-другому относишься к людям, они это чувствуют на невербальном уровне, и к тебе другое отношение. У тебя все вокруг тебя, все в жизни окрашивается другими красками. Отдавайте, нельзя жадничать. Если ты не будешь ничего отдавать, ты ничего не получишь от этой жизни. Жизнь короткая, нужно успеть сделать добрые дела. Жадность рождает бедность. Даже то, что жизнь меня свела с Трампом, это тоже только из-за того, что благотворительность. Я пожертвовал в благотворительный фонд деньги. И меня пригласили в Америку, меня познакомили с Трампом, пожали руки. Вот это все возвращается. Возвращается не деньгами, возвращается к какой-то энергии. Но эта энергия потом приносит еще больше денег. Потому что она приносит тебе имя, она приносит какие-то новые контакты, приносит признание. А это признание дает тебе еще больше денег. Чем больше ты отдаешь, не знаю, как это объяснить, но тем больше ты получаешь. Тебе деньги приходят просто с неба. Но если ты отдаешь. Я обращаю внимание, жадные люди, которые прижимают, они не получают, к ним деньги не приходят. Насколько важна вера при достижении успеха. Нужно свято верить в то, что ты делаешь. Нужно верить в то, что ты говоришь. Один японский воитель решил атаковать врага, который десятикратно превосходил его по числу солдат. Он знал, что победит, но его войско в этом уверено не было. В дороге он остановил свое войско придорожного храма и сказал: «Когда я выйду из храма, я брошу монету. Если выпадет герб, мы победим. Если выпадет цифра, мы проиграем сражение». Воитель вошел в храм и стал безмолвно молиться. Выйдя из храма, он бросил монету. Выпал герб. Солдаты так неистово бросились в бой, что легко одолели врага. После сражения к воителю подошел адъютант. Говорит: «Ничего не изменить, когда действует рука судьбы». «Верно», — сказал воитель и показал ему монету с гербами с обеих сторон. О чем эта история? О том, насколько сильна твоя вера. Для того, чтобы достичь успеха, в него нужно верить. Верить в свою цель и не предавать свою цель. Идти до конца, уверенно. Та ли это жизнь, о которой ты мечтал? Тот ли это дом, который ты хотел? Тот ли автомобиль, которым ты хотел управлять? Сколько тебе уже лет? Сколько прошло, сколько осталось? И когда ты думаешь жить? Если ты сейчас не примешь решение, у тебя ничего не изменится. Жить нужно сейчас, пока голова светлая, руки, ноги целые. Сейчас, пока у тебя есть какое-то желание, пока ты хочешь жить, пока ты это можешь, жить нужно сейчас. Если делаешь, не бойся. Если боишься, не делай вообще. Ты должен смело двигаться, уверенно двигаться к своей цели. Если у тебя есть цель, будь верен ей. Хочешь быть счастливым? Изначально будь им. Хочешь быть богатым? Сразу веди себя как богатый человек, и деньги к тебе придут. Я понимаю, что это трудно, но сделай вокруг себя жизнь яркую. Сделай свою яркую жизнь. Яркую жизнь в своей семье, в твоем окружении. Люди к тебе будут притягиваться. Это тот же самый закон притяжения. Думай сейчас, в настоящее время, что ты уже богат. Действуй в настоящее время. Тогда к тебе деньги придут. Это энергетика, которая к тебе будет притягивать. Мысль материальная.